В медальном зачете Олимпиады Казахстан на 55-м месте. После череды поражений упавший дух болельщиков сегодня смогли поднять сразу два казахстанских боксера. Абильхан Аманкул и Камшибек Кункабаев прошли в четвертьфинал. А теннисистка Елена Рыбакина сыграла за выход в финал. Чем еще запомнился этот день на Токио-2020, расскажет Нургали Карабаев. Шестой день Олимпийских игр в Токио был напряженным, особенно для казахстанских болельщиков. В борьбу за медали сегодня вступили сразу несколько наших атлетов. Боксер Абильхан Аманкул встретился с узбекским спортсменом. Во втором раунде наш боксер отправил соперника в нокдаун и по итогам трех раундов одержал победу. Кстати, ему сегодня исполнилось 24, и для него это стало приятным подарком. Он проходит четвертьфинал. Успешно провел свой бой и тяжеловес боксер Камшибек Кункабаев. В поединке с египтянином он одержал уверенную победу и тоже прошел четвертьфинал. По стрельбе из лука защитить честь сборной Казахстана сегодня вышел Ильфат Абдуллин. Наш лучник выиграл спортсмена из Нидерландов и пробился в следующий этап гонок за медали. Партнер показа – компания «Паримач», онлайн-букмекер номер один в Казахстане по версии «Выбор года 2020». Но, к сожалению, этот день не обошелся и без поражений. Сегодня в нелегком противостоянии с 12-й ракеткой мира наша теннисистка Елена Рыбакина прервала свой победный путь и уступила сопернице со счетом 2-1. Теперь она поборется за бронзовую медаль Олимпиады. А сборная Казахстана по водному поло, которая до сих пор не смогла выиграть ни одного матча, сегодня вновь проиграла. На этот раз наши отдали победу испанцам. На данный момент в копилке сборной Казахстана только три медали, и все они бронзовые.